Только за последние сутки в регионе произошло 4 ДТП, в которых 4 человека получили травмы и еще один скончался. В настоящий момент официально ограничено движение в Белоярском, Сургутском и Нижневартовском районах. Теперь по трассам их территории можно передвигаться со скоростью не более 70 км в час. Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей не рисковать жизнью, соблюдать правила и не идти на обгон в условиях недостаточной видимости. Опасной остается обстановка и в пределах населенных пунктов. Огромные колеи усложняют движение как автолюбителей, так и пешеходов. На территории города Лангепаса наблюдается ухудшение погодных условий в виде интенсивного снегопада, усиления ветра, метели. В связи с этим госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о соблюдении правил безопасности. При управлении транспортным средством водителям необходимо воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Соблюдение скоростного режима и притормаживание вблизи пешеходных переходов – еще одна составляющая безопасного передвижения в наших городах.